Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Привет, мои подписчики, привет, гости моего канала. Опять сибирский лес, но уже следующий день. Уже, наверное, неделю или полторы ездим за грибами, за белыми. Их очень много, бесконечно. Не хотел я ехать сегодня, но мамуля уговорила. Итак, привет, Москва, привет, Питер, привет, Украина, привет, ДНР, ЛНР, Крым, Севастополь, Польша, Германия, Франция, Ирландия, тоже привет. Мустафа, привет. Сергей, привет. Зинаида, привет. Бахарат, тоже привет. Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Всем, ребята, огромный привет. Канал Юрганов Лайф, меня зовут Иван. Пошли в лес за грибами, покажу, сколько их у нас. Пойдемте. На самом деле, загадывать не будем, сколько грибов, много или мало. Я думаю, ну что-то найдем, самое главное, без загадывания. И первые экземплярчики уже появляются у вас на экране. А первые экземплярчики в количестве 3 штук, ребята. Белые боровички. Боровые, вернее, грибы белые. Царь грибов, боровик. Так, и рядом еще парочка смышленышей. Ай да красотулечки, ай да ляпотулечки, а вот это я понимаю, вот это начало грибной охоты. У одного гриба уже отвалилась шляпка от того, что он не мог держать ее такую тяжелую на своей ножке. Должно было выглядеть примерно вот так. Вот, во, вот так должно было выглядеть, ну так и выглядит. Так что, ребята, начинается охота грибная, начинается с таких красивых грибов. Еще, ребята, скажу, сегодня синоптики передавали очень сильный ветер, и это ощутимо. Ветер гуляет по верхушкам деревьев прям волнами, но это еще не шумит, вон там шумит. Ну, это не помеха, мы все равно приехали за грибами. Как ветер шумит. Вылез. А какой упругий осенний. Классный. А запах? А, обалденный запах. Грибов. Прям свежие. На улице где-то, наверное, плюс 10, прохладненько. И вот это такой холодненький запах белых грибов просто пьянит. Просто пьянит. Остатки роскоши.
Очень даже ничего, красивенький. Ребята, даже в такую непогоду, как сейчас, ветрище, можно собирать белые грибы. Белый царь грибов. Во. Видели? Только что упало дерево, ветром сдуло. Опасно ходить, прям реально опасно. Редкие кадры, вы сами увидели только что. Но азарт, экстрим, это по-нашему. Итак, вот они. Я шел к ним, благо. Кстати, я могу сказать, что вот эти грибы меня остановили, потому что я шел в ту сторону, меня бы как раз та палка бы и придавила. Ладно. Все, что не делается, все к лучшему. И, как говорится, береженого Бог бережет. Так, парочка белых, молодцы, спасибо вам за такую службу. Ну, ради таких грибочков стоит оказаться сейчас в лесу, чтобы их собирать и класть в корзинку, как делаю я. Оп. И все. Пошли дальше. Предлагаю туда и пойти, где упала палочка. Мамуля только что прошлась по этому склону. Вот туда ушла. Первая. Вышла в лидеры. Но почему-то этот гриб она не заметила. Странно. При том, что он не совсем-то и маленький. И можно было его заметить. Так что, похоже, я как страховка. Золотой парашют. О. Вот, мамуля, вот этот гриб ты не увидела. Ой, какой кругленький. Ой, какой симпатичный.
Ребята, посмотрел вот сюда, подумал, белый гриб, потом подошел к нему и разочаровался. Это не он. А потом встаю, взгляд вот так вперед поднимаю и вижу, компенсация достаточно такая душевная за то, что мне сначала не тот гриб предложили. Ох, какая нога-то высокая. Все скрипит над головой. Господи, иди сюда. Во. А теперь я тебя достал. Почистил земли. И показываю, что получилось. Вот такой красавчик. Поганка. Просто поганка. Уже почищены. Норка от большого червяка осталась, но маленьких нет. Нет, это не оно. Нашел. До этого мамуля нашла, а теперь я нашел. Подосиновик. Давно я их не встречал. Подосиновик.
крючком. Фаркоп. О, прям похож на фаркоп. Еще покажу вам один отличный экземпляр боровичка. Нет, ребята, придется два показать, потому что только что увидел второй гриб. Вот это первый я вам хотел показать. До этого кто-то там срезал. Вон ножка лежит. А второй вот я, когда уже подходил к этому грибу, к первому, вот и заметил его. Какая нога-то толстая. И здесь, ребята, только что ямка была, хотел проверить, смотрю, а тут еще один гриб беленький. Правда, шапка у него, шляпка у него уже труху превратилась, и он тоже сам. Это уже, можно сказать, несъедобный гриб. Ладно, у нас есть вот эти два хорошеньких. А как почистил, так вообще отличными стали. Ребята, я говорю стоп-кадр и показываю итоговые результаты, что мы с мамулей насобирали, сколько грибов. Ветер то сильнее, то ослабевает, погода в принципе холодная. Сегодня, скажем так, уже даже кофточку под низ надел. В общем, тихая охота заканчивается прямо на, ну, на этой минуте. Больше никуда не пойдем, машину уже завели, она прогревается. Я показываю, сколько насобирала мамуля и я. Итак, смотрим. Мамуля, вот это ее же ведерко, как было, так и осталось, никуда не делось. То же самое. Так, и что мы видим? А мы видим внутри и белые, и маховики. Так, маховички, как я понимаю, и побольше. Еще крупнее и помельче. Боровички вот таких размерчиков. Есть даже, вот я вижу, бочоночек такой. Во, приятный. А это... О, ребята, это мамуля нашла опята. Два опенка. Странно, где она так смогла найти. Ну, здорово, здорово. Молодец, мамулю поздравляем. Так, и у меня что? А у меня тоже...
У меня тоже маховички. Небольшие такие, приятные. Беленькие. Беленькие уже крупненькие. Хотя попадаются вот такие оптимальные размеры. Есть даже и помельче. Для маринования маховичок. Все, я обрезал без червей. Даже маленькие боровички вот такие. И самый один из последних кадров мне понравился. Вот такой жиробас. Жиробас, такой бочоночек. С такой попкой, можно сказать. Попа у него как у Дженнифер Лопес. Прям, можно сказать, застрахована на миллион долларов. И мне он нравится. Ну и попа тоже. Пускай будет так. Вот, ребята, все, что получилось у нас с мамулей. А это с вами был Иван, канал Юрганов Лайф. Друзья, если вам этот ролик понравился про сбор грибов, это сентябрь, я уже не помню, какое число сегодня, 8 что ли? Да, 8 сентября. Если вам этот ролик понравился, обязательно ставьте лайки. Хотите еще, чтобы были грибы и не только, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, жмите колокольчик. Комментарии, пишите комментарии, оставляйте ваши отзывы. Что понравилось, что не понравилось, в любом случае, это будет только на пользу мне, я их все равно читаю. Ну а я вам говорю всем удачной вам тихой охоты. Прощаюсь, до новых встреч. Был Иван, канал Юрганов Лайф. Пока!